Так, Владимир, ты сказал, не можешь от сладости, да? От сладости, от мороза. Отучиться от всяких, да? Ну, до конца, чтобы вообще не мыться. Вот. Есть средство верное. Называется ПНД. Что это такое? Кто не знает, что такое ПНД? Ну, есть одна расшифровка, да, что ли? Ну, какая? Говори. Медицинская? Ну, говори, говори. Психоневрологический диспансер. Что это такое? И находишь в Барнауле психоневрологический диспансер и просишь туда. Да не слышно будет, ты подойди-то. И просишься туда. И чтобы тебе показали там людей, побыть полчасика, который деменция страдает. От сладкого деменция возникает старческое слабоумие. Угу. Ничего не понимает. Сына не знает. Сын говорит, это муж мой и так далее. Угу. Вот, когда сладости эти ешь, ты просто на них посмотришь полчасика хотя бы. И у тебя картина, я такой же буду, если буду есть эти конфеты, там халву, вот это все. А что халва-то, что она плохая? Ты им сахар этот белый, а, это все, конечно, оно все на нем. То есть, у нас халва употребляется. Если мед еще, он как бы считается натурального происхождения, но он и есть, и там сахара нету вот этого, то здесь он есть. Весь белый сахар, вот он приводит ускоренная у тебя дорожка вот к ПНД. Возникает. То есть ты зеленый свет включил и шарашишь туда по этой, по автобану, к старческому слабоумию. Может, наоборот, на красный цвет. И тебе надо. Нет, ну именно не туда дорога открылась. И вот ты, когда на них посмотришь, полчасика хотя бы, вот, может быть, тебя это сподвигнет. Ну, по крайней мере, я когда был. А молочные продукты тоже там все? Не, молочные нет, это другое. Они прочитал? Нет, я имею в виду сладкие. Так у меня бабушка с дедушкой, они тоже вот эти конфеты. Ну да, я прочитал потом, что деменция — это прямо один из верных способов себя загнать. Вот этот белый сахар употреблять в большом количестве. Нет, я говорю, в мороженое, например. В мороженое, там сахар просто вот так вот. Ну что, ты 10 мороженых в день съедаешь? Нет, конечно. Да там в одном столько сахара, что тебе, ну, если будешь каждый день есть, это... Каждый день ешь мороженое? Нет, не каждый день. Ну, ну, надо смотреть. В общем, я читал, да, про это, что деменция... от организма уже еще приближается прямо стремительно. В меде есть сахар? Там натурального происхождения сахар, другое. На деменцию не влияет. Ну, если ты будешь, конечно, есть как медведь, может, и повлияет. Но так ты просто его физически что-то, даже что-то не съешь. Что-то в Писании об этом сказано. Там перил мед, что-то там. Там написано, что в Писании про мед так, что этот, не ешь его много, чтобы не сблевать. А, ну да, да, да. Это же сколько его съесть-то надо. Ну, вот и предупреждение, чтобы не увлекаться. Да. Ну, вот мне помогает. Мне вот это помогает, брат. Все понял. Я там был, бабушек, дедушек своих уже похоронил, у них это была страсть тоже, и и одной из причин, что у них это слабоумие возникло, вот это. Не знаю, у меня бабушка всю жизнь, она так сладкое любила. Ну, видишь. И мороженое ел, и конфетки до последнего дня. Русская рулетка, значит, если нравится кому, можно. Ноги не двигались уже, да, плохо не ходила. Слышать плохо слышала, видеть плохо видела, но мозг в идеале был, как молодой. Значит, русская рулетка. Вот можно в нее поиграть. Крутишь барабан, там, где пуля выстрелит в лоб тебе или нет. До последнего дня помнила все дни рождения, все даты, все. Ну тут еще, как говорится, зависит от того, молитва, то есть все решает. Богу. Господь да, же еще постоянно молил. Да. Я даже фильм один смотрел. Там смысл такой, сын пришел к матери, а она вот как раз вот в болезнь пала. То есть никто не помнит, не знает. И он такой сидит, а он неверующий. И он такой, вот ты всю жизнь там в церковь ходила, там что-то молилась, вот о Боге говорила, а тут ты видишь, к чему-то привела, а он известный там бизнесмен какой-то стал. Она раз в себя приходит и начинает ему выговаривать, там, писание приводит, там, вот сидит такой. То раз опять без памяти впало все. То есть ему выговорила, так. Четко правда, божественная, ну, все это. Как говорит, окно открылось. Да, 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 да. Ну, то есть Господь так делает. Господь. Он испытывает, Господь-то сына испытывает в первую очередь. Как ты по отношению к родителям себя поведешь? Я такой не мой. А он лишь возгордился, вот я неверующий, у меня вроде все хорошо, вот я плохо. А вы там, вы бьете свою, да, 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 все, впустую. Впустую, да. Ну, по грехам понятно еще, да. Все так хорошо с утра помолились, да? В келье. Ну все, брат, с Богом. Да, спасибо, с Богом, Христос. Спаси Христос. Что знаю, то сказал.